Рикошетеров, с вами снова я, Котош Кракен, и снова таки летсплей по танки онлайн. Ну что ж, что-то не ожидали или не же? Так, сегодня играем на, так сказать, дракон, Васпа Жигу, М3, извините, пардон. Я вот такой крутой, кушаю тортик. Да. И вы знаете почему? Ну, потому что вчера у меня было днюха, как говорят. То есть день рождения. И так, у меня сейчас 14 лет, да? И вот так вот, поиграем тут, ну ничего, что только 4 чувака, на ферме в принципе есть 8, ну что поделать, а? Эй, да ты что? Так что, ребята, ну, ау, воу. Я не случайно взял Жигу, потому что хочу вам рассказать об вчера. Так, была такая интересная штука. Там никто не пришел, ну... Да, я пригласил всех, ну что поделать? Никто не пришел, серьезно. Не знаю, то ли для времени или что-то такое. Ну и не все видели мои сообщения, так что... Да, у меня, кстати, в телефончике там... Их номера не било, потому что когда менял телефончик, и там все, никакие номера не били. Ну да, просто так. Воу, ты что? Опа. И поэтому я не мог никого звонить, там просто в социальных сетях, в скайпе писал. Но никто не пришел, да, ну, да. Просто так. И, короче, говорю, так, мы кушали все для там 8 человеков, а мы 4, да. Надо было, чтоб, если все пришли, то были бы 8, думаю, или 9. Ну, как-то так. И все равно кушали все эту для 8 или 9 человек. Ну да, сделали там сделали 3 тортиков от палачинков. Ну да, с бананов. И взяли одну там шоколадовую или что-то такое. Шоколад. И вот так вот. Ну и, конечно же, мы такие крутые, да? Фильмик смотрели, да? Итак, когда-то кто-то из нас просто... Что там было? Мирис огню, ну да? Подожди, что? Да. Была такая миризма, типа огон где-то. Ну и да, и я пошел в другую, там, ко мне ту. И видел, ничего нету. Итак, встречаю кухню. Ау. Ладно. Встречаю кухню. Ну и там без света. Ночь была. И встречаю, ничего нету, ничего не горит. И там проверяю второй раз. Иду там на терраске или как там звать. Ну и короче, там дерево, которое для печкой. Печкой или так, вроде так, не знаю, извините, так. Вау, алло. И там смотрю, просто жар, огонь. Ну да, серьезно, там дерево запалились, да.
Ну и все. И знаете, что я взял? Я взял стакан воды. Ну да. Нет, нет. Я не выпил его, я просто... Ну просто хотел выложить воды на эту... на пожар, да? И в общем-то... Мы успели там 4 человека, его загасит. Вот так вот. Ну и да. Так что все норм. Эй. Так. Нет. Ладно, ладно. Итак, вот интересно было. Да. Где Голд? Что этот урод пишет? Ладно. Так, кстати, у нас модератор вот сейчас. Прям в битву. Ау, ау, нет, нет. Оу. Почти, почти. Так, что? Что это? Подожди, что? Что? Сюрприз? Подождите, ребята, что? Ах, короче, все ясно. Я даже вчера не играл. Ну, ну, ну. Так. Опана. Так что, типа, все рассказал, да? Или нет? Ну да, еще хотел говорить про тут климат или времени как-то. Да. Так, ну и ауч. Так, 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 про что говорю? Да. Так, серьезно забил. Да, да, короче, ребята, тут и снова, снова, снова. Так, снег тут в сливе Болгарии не так много валит. Ну что, ну что так? Да. Короче, надо этого убить. Да. Ау! Нет, не ту кнопочку. Так, вау, ребята, я серьезно просто забил, про что говорю. В Сливен, снег, да, снег, снег не валит много, потому что, ну, тут мы как бы не в северную, не в южную часть Европы, мы... Ну, в принципе, часть Европы, да, где-то южная часть. Ну, в принципе, про землей, да, это мы точно в центральную, а от Европы мы в южную, так что. Ну да, и тут в зимную, там, ай, слово забил, ну что. Так, скажем так, у нас когда-то есть снег, ну, только когда-то, да? Понимаете? И он часто просто маленькие такие снежинки, а не много снег, в смысле. Ну да, вы поняли или нет? В общем-то, думаю, никто не понял. Ну, питаюсь, питаюсь просто. Это так тяжело объяснит ауч этого. Да.
Так что... сегодня, да? Сегодня валил крутой снег. Вроде, понимаете, эта температура недостаточная, чтоб снег остался на земле, а он просто топится. Да? Не тупится, а топит. Не могу сказать, просто не знаю слов для этого. Там что? Да, и... Так, сегодня понедельник, да? Днюха была вчера, 11 января. В общем-то, да. Чего я говорю, я даже сам не знаю. Опа-на. Так. Хай. Эй, куда бежишь, а? Нет. Ау, не ждал. Итак, сегодня иду на школу с утра, да? И валит снег. Ну и вот так и не настолько видно, потому что это темно. Темно с утра. 7 часов, да? 7 часов с утра. Итак, бил настолько ветер, что просто когда-то я не мог дышать или что-то там. Ау, тортик, сорян. Так, я просто не мог дышать от ветра, потому что он типа не дает мне воздух просто, потому что... Ну да, ветер это самый движающийся воздух. Ну просто он настолько сильный и прям на меня вехает или там что. В мое лицо. Ну и так неприятно было просто. Короче, надо было повертеть головой, чтоб подышать воздухчик. Да? Нормас, не нормас. Так. Ну и все, когда я пришел, конечно, в школе, успел там 2 километра, что-то такое. Тогда, не было настолько темно, и вы понимаете, снег видно, да? Ой. Итак, посмотрел на снег, ну и он такой красивый был, просто... Ну, не огромные, типа, снежинки. Они маленькие, но много, много. По целой небо. Вес, извините. Ошибал слово. Так. Вот так, ай. Ну и вес неба в снег. Вроде на земле ничего нету. А он просто, ветер его... разнес, да, на всех сторон, слева, справа, и, да, просто так, было, такая снежная буря, что-то такое, просто мороз, но не настолько, температурах, не знаю, вроде там 10 градусов можно, минус 10 с утра, а там, когда ходил, там покупать себе что-то, чтоб кушать, тогда было вроде 1-2 градусов. Да, это на Цельсию, да. Так что... Ну и просто снег круто валил, особенно от школы было видно всё. В смысле, там мы обычно на втором, то ли третьем, ну и когда-то на четвертом этаже, да, и оттуда на, как этих, забил название. Ладно, все равно. Итак, что случилось после школы?
И знаете что? Снег, ну, короче, он больше не валил после школы. Да? Понимаете или нет? 100% не понимаете. Да, для русские, наверное. Русские, наверное, не понимают и одного слова из моего рота. Ау. Ау. Дыш. Ну, извините, но я то... Конечно же, я не русский. И я пытаюсь его учиться. Нет, в школе нету русских, так что... Да. Короче. Эй. Как дела? Так. Типа я лагаю, типа. Эй, отдай аптечку, плиз. Оу. Эй, ты кто? Ты кто-то, а? Дыш. Сколько мало, ну, я думаю, это молот М1 или М2. Неинтересно. Ну, думаю, М2 все-таки. Да? Так, и поговорим о битве, наверное, потому что все, я опытался рассказать, что я хотел. Воу. Опасный нарик. Ну да, и сейчас можно покомментировать бою. Как у нас тут был наблюдатель в битве, да? Который копировал текстов. Да, он все это не писал 100%. Ну, часть от это, что он писал, наверное, писал. Но другая часть, типа это... Волт используется для бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Это он не писал, это он скопировал от где-то. Да? Вы видите? Команда Волт используется только в случае подозрительных. Там что-то. Саботаж, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Воу! Ну да, я сам вылетел там. Вот такой скилл. Да, скилл. Скилл, конечно же. И вот так вот. Эй, привет. Привет. Так. Опа-на. Успел? Ну да. И это не так тяжело попасть на что-то типа 20 метров. Воу, что это делает? Привет. Ой, он хотел там, что ли, да? Интересно. В общем-то. Алло. Ну, так. Придем к грому. Нет. Оу, кто-то жалобу отправил. Снова. Серьезно. Это что за... Что за игроки, а? Чего тут нередно, а? Они просто голд хотят. Да. Модератор, отдай голд, плиз. Модератор, привет, дай мне голд. Модератор, голд. Нет. Все-таки модераторы не дают голди. Ну, этот, кто мог дать вам голд, это... Все-таки, там, какие-то геймдизайнеры или что-то такое, да? Откуда вы думаете, GodMod умеет? Ну, он не давает их, он бросает голдов, так сказать. Да, потому что GodMod там что-то за них работает, то ли... Ну да, что-то такое. Не думаю, он прям таки разработчик, ну, он за них. Ау. Вот так, сгорю. Ай, нет. Ау. Так. Как сейчас иду к этого, а? Вот так вот. Почему жалоба отправит, а? Почему, а? Скажешь.
Так, ладно, тортик покушаем, да? Вот так вот. Мы же крутые чувачки. Так что. Ай-яй-яй-яй. Меня убил М1 Гром. Да. Да что? Вот так вот. Собственно, я на третьем месте. Ау. Нет, не успею ему дать самоурон из-за аптечкой. Ну-ну, все равно. Ай, что? Это серьезно идет, что ли, да? Да, наверное. Он не знает, куда бросать жалоб и все это. Опа, не успел. Вот это надо читать, да? Вот это. Вот так. Ну. Ах. Что это серьезно идет, да? Что они делают? Ребята, смотрите, сколько уже жалоб отправили. Наверное, 5. Или можно и 6. Не знаю. Я их не считал точно. Ай. Ну. Так. Так. Снова покушал тортик. Угу. Ну, крутые тортики мы сделали, да? Хайка. Нет. Да и все равно у меня бан. Ну, почему? Да не знаю. Ха-ха, хайка-вайка. Да, смешно. И еще одна я жалоба он отправил, а почему, никто не знает. Так. Ну, серьезно, ребята, я вчера даже почти не играл. Не помню там, что вроде одной полигон, да, от моего аккаунта. И играл на бразильские сервера, да. Ну и это другая тема, да. Опа, 4 секунды, и вот так, ребята, у нас была битва. 320 кристаллов. Ну, норм, для вас по жигу как-то. Тут краска не била та, которая надо. Ну, все равно. Спасибо за просмотр, ребята. И всем пока. Подождите, убьем этого. Так, пока.